В начале декабря в Южно-Сахалинске прошло первенство области по боксу «Сахалинские надежды». В соревнованиях приняли участие 115 спортсменов. В течение трех дней были выявлены сильнейшие боксеры. АХУ представляли спортсмены дома, детства и юношества. Павел Петров, Станислав Целиков, Вадим Лавров, Максим Галеев и Александр Чукарев. По итогам турнира третье место занял Павел Петров. Вторым стал Максим Галеев и Станислав Целиков. Алексей Чукарев завоевал право представлять Сахалинскую область на первенстве Дальневосточного федерального округа в феврале будущего года.